Здравствуйте. Я хотела бы сегодня вам показать свои шалимары. Практически все они у меня есть, все самые известные версии этого аромата. Поэтому, пожалуйста, знакомьтесь, его величество шалимар. Самый первый аромат, вы не поверите, был выпущен почти век назад, в 1925 году. И он сразу произвел фурор, сразу женщины стали покупать его. И я вам скажу, что до сих пор, в 2018 году, в Канаде, я встретила женщину, которая сказала мне, что носит этот аромат больше 60 лет. Я на работе помогала ей в выборе очков, и она сказала, что не собирается его менять ни на какой любой. Но самым первым ароматом я купила Eau de Шалимар 2008 года. Цитрусовый, менее смольный, меньше горчит, легче в носке. Он создает безумно комфортное состояние осенью, когда уже холодает, когда летние деньки уже позади, и цитрусы придают этому аромату звонкости, комфортности и прекрасного настроения. В этом веке, я скажу вам, больше всего нашумел Initial, так как сначала, когда выпустили его, он был совершенно не похож на оригинальный шалимар. Но так как его сразу почти, наверное, через года три сняли, все дамы очень огорчились этому известию и принялись его покупать, и принялись его расхватывать и жалеть о том, что его сняли. Вы видите, что у меня есть 2011 года Initial уже практически закончился, и я успела, так рада, что узнала о том, о снятости, и купила бутылочку полноразмерную. У меня также есть Le Initial и Sensual. Вот этот лёск, это Sensual, а это Le Sensual. Я еще не сняла пластиковую защитную упаковку с пуховки, с перышка. Пусть пока будет. И вот этот аромат, так как я этот еще не закончила, я еще пользуюсь. В настоящее время моим любимчиком является Eau Souffle Шалимар. Он, если не сказать, совсем не похож, но тем не менее имя у него остается Шалимар. Очень красивый, современный, нежный и сладкий. Пожалуйста, любуйтесь, наслаждайтесь, пробуйте. Всего вам доброго. Встретимся в следующем видео.